дорогие мои, всем вам огромный привет из Турции, можно сказать, из Кемера практически. Это у нас Тикирова райончик и отель Royal Diva. Пойдемте с вами знакомиться с этой зеленой красотой. Так, если кто не знает, мы живем в Турции, в Анталии, в Конь-Алты. И в отель вот ездим на машине. Как на дачу, по выходным стараемся ездить. Так, ну что, заходим. Смотрите, здесь у нас приветственный стол. Моя любимая. Для деток, для взрослых можно вкусняшками потрапезничать, шампусика. С дорожки бахнут тем, кто любит. И это, да, как это называется, зефирчик, да? Магический. Ну и, конечно, цветы для хорошего настроения. Так, слева у нас небольшая зона ожидания, справа у нас ресепшн. Royal Diva Resort. Наш курорт называется. Мы приехали нашей семьей, Полина, Никита и там Жанна. Так, ребятушки мои дорогие, у меня сейчас для вас есть мега инсайдерское предложение. Его еще вообще нигде нет на рынке, но я уже об этом знаю и готов вам сейчас это предложить. Смотрите, сейчас будут квартиры, они уже есть, уже можно купить. 108 тысяч евро цена. Таких цен вообще нет на рынке. Этот объект подходит и под гражданство, и под ВНЖ. Это просто мега крутой комплекс. Здесь есть вообще все. Бассейны, сауна, хамам, фитнес, все что угодно. Теннисные корты, открытый бассейн, закрытые бассейны. Одно парковочное место, не нужно за него доплачивать. Пожалуйста, приезжайте и ставите на закрытую парковочку свою машину. Обалденная инфраструктура, кафешечки рядом, магазины. Все-все-все. 5 километров до набережной и 5 километров шикарной набережной, песчаный пляж у вас. Поэтому, если кому интересно, пишите. Цена 108 тысяч евро за квартиру 1 плюс 1, 45 метров квадратных, это чистыми. И рассрочка 50% первоначальный взнос и 50% до окончания строительства. Это 2026 год. Продажа квартиры идет по ценам от застройщика, никаких агентских комиссий сверху. И, конечно же, возможно, какая-то доп. Скидочка от меня будет. Все сделаем в лучшем виде. Плюс от нас бонусом идет полное сопровождение сделки, открытие расчетного счета, все-все-все под ключ, и потом помощь уже, естественно, продажный сервис, все подключение электричества, газа, воды, все полностью помогаем потом сделать. Помните, кому интересно, пишите. Я под видео, если успею выложить, то смотрите там ссылочку на этот проект. Если нет, то пишите мне в личку по всем там возможным соцсетям, куда угодно, и в почту, Инстаграм, Телеграм, в общем, все-все-все удобные виды связи. Пишите, я вам подробненько скажу. На квартире сдаются с чистовой отделкой уже. На кухне у вас будет мебель кухонная, плюс тройка, как всегда, вытяжка, духовка, плита, мебель, ванная, сантехника, все-все полностью ванная готова. И вам останется только купить кровать, шкаф, и можно заезжать. Так, пойдемте с вами, сделаем то, что мы любим делать всегда по приезду в отель. Это выйти на улицу, если это второй этаж, то обзорненько так посмотреть с этажа. Если это первый этаж, то не обзорно, но все равно посмотреть на зеленушечку. На первые эмоции от этого, от отеля. Так, друзья, спасибо вам огромнейшее за поддержку в прошлых видео, за ваши лайки, за ваши комментарии. Я в прошлые разы попросил, вы это сделали. Блин, видео реально набрало огромное количество просмотров, поэтому спасибо вам огромное. Давайте в этот раз также, не дожидаясь середины или конца какой-то полезной информации, что она будет и полезной информации, и вкусняшки всякие, эмоции, куча. Ребят, куча заряда эмоций. Что за... Не ради ваших лайков мы сюда попали. Да, поддерживайте видео, обязательно прям лайк сейчас, комментарий, прям любой пишите, с какого города там, пишите, что поснимать, какую-то там полезность, что вы хотите увидеть, услышать в будущих роликах. Вот, это мотивация для меня, поддержка, потому что когда ролики набирают просмотры, хочется снимать. Когда они набирают, блин, сами знаете, ничего не хочется делать. Хочется пойти спать. Все, огромный заряд вам всех положительных эмоций посылаю. Сразу так, видите, солнышко, музычка нас встречает зеленой травкой. Вот, а в комментариях, да, не пишите вопросы по поводу квартир. Не знаю, я занимаюсь продажей квартир в России, в Турции. Вот, пишите сразу в личку, вся информация есть под видео. Прям вся-вся-вся информация подробно. Хотите в почту, хотите в Телеграм, Инстаграм, в общем, куда угодно, все виды связи есть. И там же под видео много всяких полезностей есть, да, и ссылка также будет на Жанну. Жанна занимается турами, да, отправит вас в любую страну, в Турцию, Россию, куда угодно, Мальдивы, Дубай. Она и ее команда из разных городов работают. Все по сценам оператора, поэтому и самый лучший, конечно, тур вам подберу. Пишите, не стесняйтесь. Так, заселение у нас в 2 часа, сейчас 11:42, и я взял карточки от полотенец. Мы пойдем сейчас гуляем по отелю, то есть уже можно пользоваться территорией, а напитками всем-всем-всем, браслетов, я так понимаю, нет, потому что нам ничего не одели. И отправляемся с вами. Вот выходим, здесь у нас... Я вижу надпись «Витамин бар», но витаминов пока ниже. Здесь, так, мой ресторанчик. Все подробно вы увидите, все подробнее я вам расскажу, покажу. Чтобы не терять время, мы отправляемся.
Ой, смотри, какая здесь зеленая дорожка, чтобы летом не сгореть. Так вот зелень вас будет спасать. Так, отель старый, но он после реновации, и это очень сильно ощущается. Ты выходишь, и я прям говорю, блин, прям новенький отель какой-то, знаете, прям на NG чем-то похож, NG Pazelis, кто был. Все такое прям чистенько, аккуратненько, свеженько. Цивильный, прям именно цивильный, прям ощущается все новое, прям мебель. Кто любит новые отели, есть такие любители, я знаю. То можно сказать, что прям новые. Некоторые номера есть реновации, некоторые нет. Жанне пишите, а когда будете бронироваться, она знает ательера, и она скажет, какие номера реновированы, какие нет. Чтобы не получилось так, что приедете, и будет таким не в реновированных номерах жить. Ну, может, к тому времени, когда соберете, уже все будут реновированы, но все равно лучше уже она все это уточнить. Бассейн, видите, какого цвета? Обалденного, да? Раньше были голубые бассейны, теперь вот делают такие зеленоватые, коричневатые. Так и премиум сегмент. Блин, прям очень красивый бассейн. Надо будет дрон запустить, полетать. Вот как эти парапланеристы, главное с ними столкнуться. Вообще вот прям это очень опасно. Так, по-видимому, больше всего Полине нравится этот отель. У нее эмоции прям зашкаливают. Вообще сегодня пятница, школьный день, мы вместо школы прогуливаем сегодня. Поехали в отель. Идешь, всякие ресторанчики, бары со всех сторон. Мы сами во все заглянем. Я вам все расскажу потом подробно, где что по территории. По кафе, по ресторанам, по напиткам, что включено, что отключено, что выключено. Так, смотрите, мы приехали из Анталии, нам где-то 45 минут ехать, а вам от аэропорта Анталии где-то будет 76 километров, час 22. Но на частном трансфере это недолго, быстренько сели, водичку съели. Я рекомендую всегда ездить на частном трансфере. Кстати, у Жанны, да, тоже можно еще и трансфер оформить. Вот, не так дорого это стоит, но зато вы вышли. Только предупредите на стойке регистрации обязательно, что вы едете на частный трансфер, чтобы вас автобус не ждал. И едете. Все, не заезжая в другие отели. Потому что если будет другим отелем бродить, то это плюс еще может быть полчаса смело. Слушайте, очень все так красиво сделано. Все прям так цивильно. Отель, кстати, стоит недорого. Сейчас попозже где-нибудь в баре присядем, я вам посчитаю, сколько он стоит. Вот. А если что, тоже хотите быстро посчитать, по видео три сервиса, три разных ссылки. Заходите, вообще 2 минуты, 1 минута, вбиваете свой регион, там откуда вы вылетаете, количество человек, даты, все, смотрите вылеты. Но насчет брони там вообще никакой гарантии не несу, потому что если что-то случится, вам там никто не поможет по этим онлайн-сервисам. Поэтому по броне уже лучше к Жанне, что она всегда вас будет сопровождать и до отдыха, и после отдыха, и во время отдыха. То есть любые проблемы решать, что она не одна, у них целая команда девочек, большой состав. Вот, все у вас в форме. Все, зайчуть. Вот отель улыбка не может упасть. Надо кепку одеть, а то напечет сейчас. Пляж такой, смотрите, большой, широкий. Ни конца, ни края. Это что, пляж этого отеля? Потому что отель-то вроде не очень большой, а пляж огромный. Отель, да, как я сказал, стоит недорого. Но сейчас я иду, и за эту цену там я понимаю, что вообще просто, блин, восхищаюсь. Реально все новое, все красиво. Ну, я вам почему цену не озвучиваю, сколько мы заплатили, потому что мы просто взяли там на пару ночей, вот, и без перелета, без всего, потому что цена вообще не актуальна будет. Многие смотрят на букинги, там цены, а там дороже, как правило, что туроператор, он выкупает пакетами наперед, да, и перелет, и отель всегда дешевле получается. Ну, так, конечно, сами можете сравнить и сами убедиться. Так, с той стороны у нас Pazelis Rolls отель, мы там тоже были. А там Nirvana Dolce Vita. И здесь, когда идешь, это ощущается, потому что Nirvana Dolce Vita тоже такой типа променадик сделан. Раба, здравствуйте. Здравствуйте, как? Геннадин. Игнат. Насосын. И Самясын. Пошкалин. Пошболдин. Пошкалин. Вообще по-турецки немножечко. Пошпрехе. Это, да, давайте, кстати, скажем. Мераба, это здравствуйте. Мераба Аркадашлар, значит, здравствуйте, друзья. Потом что он мне спросил, Насосын, как дела? И им можно ответить, хорошо. И в ответ спросить нас СНС, то типа, как у вас дела? В общем, тоже общаетесь в отеле. Хош Гелденец, добро пожаловать. А в ответ вы отвечаете Хош Булдук. За турики английского, за уроки турецкого. Давайте лайкосик жмем. Кстати, два лайка не нажимайте, только когда второй раз нажимаете, он снимается лайк. Некоторые каждый раз ставят лайк на интересном моменте. Че за? А что такое Гунайдын? Это добрый день. А, значит... а нет, Гунайдын, доброе утро. Гунайдын, подписчики. Так, здесь же возле пляжа можно взять
полотенце, полотенчики тоже такие новые, мохнатые, знаете. Мягенькие карточки, не забывайте, главное, тут на карточку менять на полотенце. Передевалки, смотрите, ну прям вообще не пистой восхищаться, все-таки в банановых рощах. Чейндж-румы, душевые кабины. И вид здесь вообще потрясающий, смотрите какой, да, там какие-то два острова у нас, островочка. Пирс, еще понтон есть, ну вообще красота. И это да, это все пляж этого отеля, видите, сколько мы идем? И это все пляж. Здесь вот кафешечная, сейчас что-нибудь хотим перекусить, чтобы без завтрака. Так вот, встали-то рано, но что-то пока собирались, пока туда-сюда дела поделали, уже на завтрак мы не успели. Пойдем вон в этот бар поедим. В баре или нет? Там только напитки, но напитки вообще прям я увидел, обалдел. У всех на столах отстоит, сейчас вернемся. Я вам лучше покажу. Вот здесь у нас, смотрите, зона аквапарка. Огромная здесь куча детских бассейнов. И там вон трапезная. Посейдон фуд корт. Слушай, так все классно сделано. Наверное, все видео буду ходить об этом говорить. Ладно, минус тоже найдем. Я тоже всегда все показываю, честно. Да, Поль, есть и мороженое, я думаю. И кюзли мы есть. Смотри, Мираба. Здравствуйте, Мираба. Повторяю. Здесь крошка, картошка. Есть у нас, можно заправочек туда разных добавить. Мираба. Здесь же можно присесть с таким панорамным видом обалденно. Качели, смотрите, покачаться можно. На обрыве две баскетбольные площадки, волейбольные, точнее, с белым песком, который не нагревается, то, что он белый. Блин, ну как это сделано? Ну, вообще, только гляньте. Дайте мне дизайнера этого отеля. Так, дальше, смотри, здесь у нас вафли пекут. Мирава. Тоже заправочку можно, добавочки себе всякие, даже фрукты можно добавить. Потом здесь, наверное, хот-доги или бургеры, я так думаю, судя по начинке. Картошек фри. Так, потом, смотрите, фруктов можно взять себе, арбузы, дыни, фрукты, арбузы сейчас вообще обалденные идут, сезончик у нас. Нет, кстати, да, этот сентябрь, конец сентября, то все многие спрашивают, пишут в комментариях, этот, обозначать погоду, дату, груши, эти там еще есть. И здесь у нас мороженое, есть упаковки. Это вот, без упаковочки можно шарик себе взять или рожок. Коль, ты чем будешь завтракать? Нет, мороженое десерт. Крошка, картошка будет? Да. Так, вот без лима я думал, надо ждать. Не надо. Говорите, чем вот вам достают. Тепленькое. Спасибо, Тэшка, да. Так, и вот такая у меня гигантская картошка будет, совсем не крошка. Гигантоножка. Вот, смотрите, здесь у нас еще и теннисный корт. Прям за горками. Сейчас здесь вдоль горочек пройдемся. Скажем, аквапарк. Детских горок очень много. И много взрослых горок. Горки тоже огромные, высокие-высокие. И детская зона. Попрыгать, поплескаться. Сейчас, видимо, обед. Или что, не работает. Вот они наши большие горки еще. Ну, нереально огромные, смотрите. Сколько горок, даже не сосчитать вообще. Да, так классно, видите, много зелени. Там у нас пока гора начинается, там тоже зелень. Там тоже горы, там еще отойти видно. Так, вот тут спускаемся на пляж. Здесь такая большая дорожка деревянная. И слева раз, два ряда зонтов. И здесь еще потом три ряда зонтов. Там мест много, но очень много занятых мест. Прям люди полотенцами занимают. И никого нет, пол пляжа прям таких занятых. И никого нет. Но мы местечко все равно нашли, вот есть еще свободные. Смотрите, какая здесь водичка, типа под премиум сегмент, Сирма эксклюзив. Ну тоже такая вода уже дороже идет за счет такой бутылки, ну и еще эксклюзива, все дела. Так, в общем, я уже полетал на дроне сразу, чтобы с пылу жару. Пойдем на пляж, я уже здесь был. Смотрите, там песочек, здесь немножко гальки, здесь немножко камушков, здесь полупесок, полукамушки. Вода, естественно, кристально-кристально чистая, всегда очень красивая в этом райончике, и всегда просто потрясающе. То, что машины мы были в Нирване, что в этом Пазели Троуз, и всегда офигенная лазурный, прям вообще цвет воды, иногда прям бывает, прям как на Мальдивах, в зависимости от того, где это солнышко, и если волны, то здесь вообще просто красочище, потрясающе, вы видите, да? Сейчас этот, одену очки, посмотрю, что-то красивое будет, я вас тоже окуну,
если ничего красивого, не буду мохнатку мочить. Вот у меня на камере есть такая мохнатка. Здесь, короче, внизу мелкие, ну как мелкие, среднего размера камушки, но круглые. Такие, знаете, не знаю, видно вам, нет? Вот так вот, давайте попробую показать. И кое-где плиты, местами плиты ровные, скользкие и мягкие. Она, кажется, странно, песочек. Вот такие плиты. В общем, они ровные и гладкие, то есть не доставляют дискомфорта, остроты никакой нет. Вот они, видите, где такой промежуточек, когда можно ходить по ним. Это вот такой более-менее плавный, вот уже мне по грудь, спустя 5 метров, и туда дальше идет глубина. И там, видите, понтон есть, пирс сейчас снимал, вообще очень красиво, обязательно туда сходить, на море, конечно, очень красиво. О, все, давайте окунаемся. О, не люблю я плавно заходить, кто меня смотрит, давно, то знает, люблю сразу резко. Пляж вообще потрясающе смотрится, дети одна купаются. Давай, плыви сюда. Вот это гора Тахталы, очень красиво, не можно подняться на фуникулёре, можно экскурсии взять, можно так отправиться. Подходи ко мне, сама, на очки тебе. Очки берите. Так, вода просто кристально чистая всегда здесь, в этих краях. И понырять, посмотреть, так интересно все равно поплавать. Так, сейчас, наверное, будет очень глухо слышно. Лайфхак, если хотите рыбу видеть, берете дно и камни разгребаете или еще что-то. Вот это поднимается снизу известь, и рыбы туда подплывают, что-то, еду какую-то есть. Видите, как есть рыбы, даже рукой можно почти схватить. Папа, да, Поль, ты поймала рыбу? Да, я ее отпустила. Не съела. Так, хотите еще один лайфхак, если у вас очки запотевают, переворачивайте их в обратную сторону, ждете секунд 10. И потом обратно, но не мочите в море, иначе после сори они уже сам будут мутные всегда. Зашли, прям сразу одели и поплыли. Потом так перевернули, там опять обратно одели, в воду не моча, они будут чистыми. Вот у меня все дети так сейчас учатся. Уже живя в Турции, 2 года практически, я каждое утро плаваю на море по час-полтора, я уже с этой темы научился так делать. Кто-то, ну, добавляет чуть-чуть водички туда, в море, и как бы плывет, она переливается и тоже, ну, моет. Так тут просто по ласке, кажется, секунду. Дай сказать. Это дай. Это ваше море интересное. Какое море? Да, внутри. Так, сейчас заскочили на обед. Но мы прям поздно, потому что 1 минута закрытия. Здесь типа бараньих ребрышек было, вот что успел отхватить. А, курица, это, по-моему, индейка. Котлеты, это то, что на гриле. Там в основном в ресторане тоже много всего. Как обычные овощи, все, да, целая рыбка есть, смотрите. Может, съем сейчас одну? Давайте. Бетана. Тешакеля. И целая рыба. Целая рыба, это всегда показатель хорошего питания в отеле. Ну, в общем, там в ресторане все-все есть. Сейчас быстренько набрали, кое-что. Ну что, наши ключи получим, мы уезжаем. Но недалеко. А, поедем в бунгало. Когда бунгало доставляют на таких мини-карах. Номер у нас будет 50-30. Дин-дон, кошкин-дон. Так, заходим. Это у нас сьют номер. Номер после реновации. Так, это у нас одна комната. Вот так обзорно, да, там вторая. Есть гардеробная комната, но не закрывающаяся. Ой, там Полина. В туалете потом с ней зайдет. Полина. Так, здесь у нас, смотрите, чипсы. Эти крекеры, чайный набор. Кофемашинка, Неспрессо, капсулы. Пожалуйста, водичка, чашки. Так, здесь у нас просто ящики, вот здесь вот у нас мини-бар, ну, смотри, такой необычный, так вот откатывается. Здесь у нас Липтон, молочко, кола, фанта, что там у Бёрн даже, смотрите, энергетик, 2 бираса и минеральная вода, и еще халива деткам положил. Так, здесь у нас один балкон французский, с видом на зеленушку, это, ну, для деток можно их разъединить. Можно вот сюда еще одного положить, даже взрослого. Никита у нас тут. Так, пойдем в следующую этот комнату. Здесь Жанна нас ждет.
Так, справа у нас еще одна гардеробная комната. Здесь только гардеробная комната. Можно заблудиться. Кровать. Здесь тоже мини-бар. Тоже мини-бар. Телек. Да, телек и здесь, и там. В той комнате тоже был. Это что такое? Шар для этого? Прыгать. Я думаю, это как его называют? Растяжку где? Так, здесь еще один мини-бар, точно такое же наполнение. Здесь только пиво в стекле. Это пиво для взрослых, а там для детей. Для детей, чтобы не разбили. Ничего себе. Кровать. Бокам тумбочки, розетки с каждой стороны есть. Да, номер классный, прям такой свеженький, большой. Так, и пойдем на балкон, выйдем. Ой, балкон еще огромный, как целая комната. Смотрите, стол, 4 стула, обычно по 2 стула на балконе. Это, то есть, приведи друзей себе в номер, только аккуратно. Вот, и что? Там у нас гора, пихта, облепихта, огромное количество. Это, кстати, по-моему, вообще этот, как, кто знает, что за растение. Как его добавляют, по-моему, в суп? Это ли лаврушка? Не, лаврушка другая. А может, и лаврушка, кстати. В общем, прям аромат обалденный. Там у нас море. Как вам номер? Пишите. Очень классный, прям вообще. Просторный, свеженький. Так, здесь у нас санузел. Кстати, вот отсюда сразу заметил, что есть фен. Вот он, так что можешь с собой не брать. Полотенце. Здесь у нас что? Гель для душа. Кондиционер, лосьон для тела. О, здесь, смотрите, целый набор. И расчетки есть, и паста. Здесь шапки, наверное, спунжи. И что там еще? Щетки. Вот здесь, наверное, что-то. А, мочалка. И еще одна мочалка. Так, это у нас подсветочка. Макияж делать. Еще все классные штуки. Дамы очень любят. Не просится такую сделать. Слушайте, очень стильно все сделано. Прям так, знаете, современно. Такой минималистичный, но прям все очень классно. И здесь у нас что, туалет. И душевая кабина. Тут вот есть крючок. Кто не знает, дергайте, вам шампанское приносит. А шутка, это когда вам плохо стало. Так, терапевтические линии, еще полотенце, вымыть для шампуней. Здесь еще телефон, можно позвонить куда-нибудь. Классно. И мне что нравится во всех Турции, во всех туалетах, вообще где угодно. В отелях есть биде. То есть вот повернули крючок, у вас там водичка полилась. Как вам? Классно, да? Все прям симпатичненько. Смотрите, здесь день-ночь. Еще регулировка, дополнительная яркость. Сейф огромный, бесплатно, естественно, все. Мини-бар тоже включен в стоимость, пополняется каждый день. Шкафы огромные. Здесь у нас, кстати, электрический щиток. И Wi-Fi возьмем, там же стоит датчик охраны этого пожара. В общем, нас поселили в зону вилл, а есть еще главный корпус. Так, здесь еще есть экзекутив вилла, так было написано. Здесь, видите, у них свой бассейн приватный. Здесь по территории вилл можно гулять, ходить. А вот там вот мы сейчас пойдем на звук. Это вот там ближе к главному корпусу анимасьон сейчас проходит. Так, звук анимасьон у нас становится из главного бассейна. О, смотрите, сейчас вело. Вело тусовка. Надо пора начинать велосипед. Я все плаваю, плаваю. Сейчас жара спадет. А из бассейна не жарко. Видите, как он стоит, ведущий велик крутит, а люди, которые сидят в бассейне, они тоже крутят велосипеды подводные. Я как-то делал в одном бассейне, показывал, в одном отеле. Очень классно. Возгоняем. Ладно. Так, давайте немного территории, я уже стал осваиваться. Там у нас Нептун бар. Я так понимаю, вечер, наверное, какой-то мероприятие тут здесь будет проходить. Потом здесь у нас еще какой-то латте, туркиш ресторан. Я видел, что днем там тарелки давали. То есть, возможно, может прийти пообедать. И здесь же у нас мини-клуб. Сейчас заглянем туда. Здесь у деток горки. Потом зонтики для взрослых. Шезлонги, смотрите, детские. Первый раз такой вижу, офигеть, смотрите. Смотрите, шезлонги для взрослых и шезлонги для детей, даже такие мини-бунгальчики. Как прикольно сделано, да? Вообще прикольно. Я раз такое вижу. Потом здесь же водный поло, мини-бассейн для деток, зеленушечка. И там внутри уже можно позаниматься разными занятиями. Так, в одной комнате, смотрите, это что такое, PlayStation? Или Xbox, не знаю, не разбираюсь в этих гаджетах. А, PlayStation, в принципе. Не люблю игры, я считаю, что они крадут время очень много у людей. Так, потом еще разные комнаты есть для занятий. Раз, два, три, теннисный стол, четыре. Еще качели есть для деток. Ну, вообще нормально, у них бывает, туда еще уходит площадка зеленая. Так, а сзади у нас, я летал на дроне, видел, поэтому сюда пришел. Сейчас я здесь прям через забор махнул, так вот.
Здесь у нас бассейн, возможно, релакс, 18+. Хотя шум, который доносится, все равно слышен. Не, ничего не написано, что 18+, обычный бассейн. Здесь, видите, тоже шезлонги такие необычные, мягкие. Здесь диванчики такие уже помягче. И там тоже павильончики. В общем, так, ну, больше релакс, будем считать, что это в отдалении немножко. Ну, там море не такое сильное отдаление. Так, давайте уж, коль обзор территории пошел, пойдем, я обозрим. Здесь у нас амфитеатр и сцены, так понимаю, летние, наверное, да, вот это все поднимается. Тут движняк, видите, как этот фуршетные столы стоят, стулья, там кабаны, там еще кабаны, там вот сам пляж, где мы будем. Здесь бар, чил-бар, посмотрим, что есть по напиткам. Опаньки. Так, ну, вижу эти ликеры всякие, наверное, пиво, вино, такие легкие, наверное, летний бар. Так, из крепких, кто любит, смотрите, виски есть импортные, правда, не знаю, такие. Ага, и вижу еще GB и Jim Beam есть, кто любит. Так, ну, так вот, я предполагаю лучше пить, наверное, пиво, вино, легкое, шампанское, все, спасибо большое. Потом еще, нет, я просто посмотрел, спасибо. Так, и соки разные, напитки, вот здесь еще что-то типа фудкорта есть, но сейчас все в той зоне, вот где мы с вами с утреца были, все там. Классно, когда есть анимация. Видите, можно там в тишину пойти, бассейн, можно здесь. Повеселее было. И вот это вот бар, там бар, где мы только что были, вон на сцена. Так вам для ориентира, вот море, здесь вот эта вот бродвейная улочка, которая вся идет. И туда вот идет фудкорт уже и к горкам, где мы с вами были с утра. О, но море здесь всегда очень красивого цвета. Если вот будет штормик небольшой, здесь просто будет такой бирюзовый цвет, там как на Мальдивах, как в Таиланде. Это очень красиво всегда. Как вам? Пишите. Не стесняйтесь. Так, ну что, заходим на пирс с вами. Значит, я полетал на дроне, он очень красиво выглядит сверху. Здесь еще есть бар. Пойдемте прогуляемся и посмотрим туда. Еще, кстати, с пирса я всегда очень люблю смотреть на отель, на сам. Видите, как красиво, горы прям вообще. Тарталы, гора. Мини этот аквапарк. Вот отсюда надо обзор проводить. Аквапарк, фудкорт, вон там бар. Потом у нас что там? Там я еще не был, не знаю, тоже какая-то возвышенность там есть. Главный корпус, вон там бунгало, сзади где-то пляж. Вон там зона вот дискотеки, мини-клуб там же. Вот, что там еще? Вот эта сценка такая, типа как бар, который на возвышенности, вот тоже вот там. Ну так вот, вот такие должны быть обзоры, да, отеля, на одну минуту. И все. Вот понтоны очень классная штука, это очень крутая, доплываешь и тусуешься там, можно сальто попрыгать, понырять. И пирс тут, конечно, прям вообще очень красиво, прям дрон летал, у меня прям восхищение вызвало. Здесь, видите, такие есть кабаны, хотим тоже арендовать. И мальдивские сеточки такие, так называемые, где можно так вот на весту поваляться над морем. С этой стороны, где солнышко, надо смотреть, как светлее будет. Там рыбоньки плавают, о, смотрите, сколько рыб. Классно, конечно. Так, смотрите, мальдивские сетки не только к кабанам относятся, а есть еще свободные москитные сетки. То есть вот так вот. А, нет, видите, резерв написано. Не знаю, можно лежать. Нет, это резерв, а где резерв? Ну, сейчас ляжем. И на сетку ляжем. На яхте поплавим по островам. Так, это для любителей пенного, смотрите, Бамонте, запотевшая, холодненькая, вот здесь есть, вот прям на пирсе, и в том баре тоже есть. В общем, обалденно, блин, это уровень высоких отелей, нефильтрованный Бамонте, блин, ну класс. А Вейпероль Шприц нету здесь, а в том баре вроде был, не знаю, оригинальный нет, потом с вами посмотрим, что. В общем, сейчас с Жанной по бутылочке и на Мальдивы, ну, хотя бы на сетку. Всем любителям пенного посвящается. Какая красота, есть такие удобные диваны, вообще просто классно, да? Лежишь, обалденно лежишь. Че, вот помоемся, очень удобно. Такой кайф, да, так удобно лежать. Вообще классно. Снимаю. Так, в общем, эти мини-павильончики типа платные, 40 евро, к ним же идет москитная сетка. Теперь ее так называют, ладно, шучу. Мы просто не успели полежать, вот простояли тут. 40 минут пообщались с нашими подписчиками, подошли, поболтали. Так что же, если нас видите, подходите, не стесняйтесь, поболтаем.
Так, и заодно мы сразу спросили, вот эти 120, вот эти 100 стоят. И те вот еще там есть белые, 60 стоят, что-то типа того, в общем. Ну, цены еще в зависимости от сезона, наверное, меняются. Ну, и вот, а вот эти вот бесплатные там, которые просто обычные лежат вот здесь посерединке. No apologies for days and weeks. Ну что, у нас потихоньку закатит, начинается. Летом Кемер в эту сторону, все, это очень классно, потому что раньше солнышко уходит и не так жарко становится. А зимой, сейчас, когда вы полетите, или глубокой там осенью, или ранней весной, то лучше, конечно, вам будет Белек, потому что там нет гор, они, во-первых, не притягивают тучи, вот, и, во-вторых, солнце позже заходит, и поэтому будет теплее. Это точно, если вы хотите больше солнышка, сейчас ловить солнечные лучи, то Белек туда, Кемер летом сюда. Конечно же, в любое время года приезжайте в Кони-Алты к нам, в серединку, скажем так, в городской отель, и поедем, посмотрим с вами квартиры, повыбираем, поэтому приезжайте. Я иногда вместе с своими туристами катаюсь, когда очень просят, вообще не проблема. Садимся вместе, ездим. Вот, а так можно с менеджерами поездить. Смотреть все красоты, я про районы рассказываю, все плюсы, все минусы, всегда все рассказываю. Какую квартиру лучше выбрать, какая больше подходит для одних, ну уж для других, там, инвестиций, для жизни иногда приезжать. Все-все-все варианты. Конечно, лучше убирать бассейн, чтобы был сети. Всегда огромный плюс, как и на последующей продаже, так и для себя. Потому что даже с моря, когда приходишь, иногда хочется окунуться, поплавать. Вообще можно на море не ехать. Приезжайте, все вам покажу. Ну или можно аренду в квартиру тоже. Квартира на аренду тоже есть. Так, ну что, отправляемся с вами на ужин. Сегодня мексиканская вечеринка должна. Написано мексиканцы. Так, как всегда, много закусок разных. Рыбки, колбаски, мидии. Вот обнаружил. Как не приметил, пиджа скумбрии. Турецкие еще рулеты всякие из рыбы. Еще много-много всяких вкусностей. Лапаньки. Готовим аппетит свой. И холодильник открываем и кушаем. Вот как все обалденно выглядит. Аромат, аромат. О, надеюсь, мексиканский мужчина стоит в шляпе. Все мексиканское мороженое будет со специями. Кстати, видите, как много видов мороженого. Так, вот у нас стол раздачи. Потом с другой стороны тоже много всяких таких вкусностей. Я давайте не пойду, да, иначе я все здесь не обойду. И вы тоже утомитесь. Сидите весь свой холодильник. В общем, сыры. Все есть. Какие-то здесь соус. Песто, видимо, там с салатиком. Там три вида супа у нас. Вот грибочки-то я схвачу. Я скучаю по русской кухне. Пожалуй, такое это я съем. Так, здесь у нас пиде пицца. Ну, вот это вообще я сейчас снимаю. В основном все это тоже есть еще и на обед. Вот так вот выглядит ресторан. Здесь у нас десерты. Рядом с мороженым. Пошли, так хаотично снимаю все. Добрый вечер. И здесь тоже у нас вкусняшки всякие. Торты, пирожные, мороженое, эклерчики, смотрите. Аппетитно выглядит прямо издалека. В общем, блин, слушайте, это вот если я прям медленно буду снимать, как я обычно снимаю, нам прям времени с вами не хватит. Очень много всяких пирожных, прям пить с фруктами. Прям очень все аппетитненько. Ой, таким соусом все полюбило. Десерт надо было наконец там оставить. Там у нас турецкие сладости. Хочешь с орешками, хочешь с фисташками, с грецкими орехами, все так полито соусом. Кстати, очень многие думают, что это медом полито. Нет, это не мед, это сахарный сироп такой сделан специально. Так, здесь у нас фруктовая вечеринка. Здесь, смотрите, драгоний фрукт нарезают, арбуз, дыни, если есть. Вот так вот драгоний фрукт разделают. Мировая шарма. Здесь клубничка у нас. Так вот, молодой человек мне поделился, сказал, очень вкусно ананасы здесь. Обязательно возьмем, да, потому что обычно у нас кисленькие, а здесь они прям это, инжир. Здесь брали уже очень-очень вкусно, очень много, сейчас прям сезон инжира. Так, пойдемте дальше. Там зона у нас, где можно посидеть. Можно внутри посидеть, можно снаружи. Так, здесь соусы разные, соленья, коренья, халапеньо. Вот как раз уже. И зеленушечка, там салат, огурец, помидор. Все есть, хочешь целое, хочешь нарезанное. Все есть, здесь зелень. Здесь тунец. Делается салат с тунцом. Прям овощи кладете, тунец. Оливковое масло. Очень-очень вкусно все получится. Здесь сейчас будет самый сложный процесс съемки. Здесь надо
открывать. Все, поскольку у меня тарелка, это будет делать тяжело. Здесь у нас макароши. Здесь какой-то аппетитный блюдо в горшочке. Так, ну здесь, смотрите, тоже всякие эти под соусом. Разное мясо, рыба. Так, ну такой, как рис-пюре, я вам не буду снимать, да? Суп есть. Видите, какой вот еще мясо под соусом. Здесь вот вижу с креветочками какое-то обжаренное блюдо. Свекла. А здесь у нас что? Курочка, овощи. Вот здесь лазанья. Вот лазанью я люблю. Возьму все блюда с креветочками и лазанью. Вот такая лазанья аппетитная. Даже не знаю, с какого конца ее рубить. Так, и вот такое место для трапезы на улице. Есть бар, официант есть, можно самим подойти. Там у нас фонтанчики. И вот здесь на улице можно. Там вот, в принципе, в конце зона гриль. Сейчас туда тоже сходим. Там бараньи ребрышки давить сегодня. Здесь у нас тоже рис, курочка. Это что у нас? Печень, по-видимому, овощи. Здесь еще это тёфте. Типа, ну это как вот. Забыл, как по-русски называется. Ну, в общем, котлеты они называются. На шпажку надевается. Кебаб, кебаб. Вот два вида рыбы. Вот они все в сыром виде. Даже три еще, то нет. И вот здесь оно все в жареном виде. Потом сибас или в реке турецкий. Так, это у нас тоже леврек, хотя дорадо, по-моему, должен быть. Там дорадо, по-моему, еще жарится. И вот здесь картошечка, это курица в кляре и соус. А так очень красиво все, светится, свежо, ветерочек оттуда дует, тут еще вентилятор стоит дополнительный. Так, смотрите, это еще не все. Я дошел до бара, думаю, сейчас пенного схвачу бокальчик. А здесь вот тоже еще какая-то зона. Здесь картошку фри жарят, прямо на улице. Прикольно. Так, что еще? Чипсы. А, ну типа это тематическое здесь, наверное, мероприятие. Паста. И вот здесь этот соус какой-то, видимо, мексиканский. Так, здесь еще курочка, еще соус, еще чипсы мексиканские. Целая курица, вот ее прям разделывают. В общем, тут такая еще мексиканская вечеринка. Вот, какое-то блюдо с грибами. Ну и по кругу еще много-много разных блюд. Немножко темновато, поэтому... сильно не разглядеть от человека целого. Телятинка вот здесь, темновато здесь, да, не видно так атмосферу, но ароматы обалденные. Здесь чили с каким-то блюдом. Еще рыбка в этом жареная в масле. Так, вот нашли сейчас амфитеатр. Здесь сейчас мини-диско будет проходить. Ну и шоу какое-то. Здесь каждый день что-то меняется. Здесь говорят шоу, там шоу, там все поснимают. Смотрите, а после этого из ресторана здесь можно кофейку отведать. Якшамлар. Эти кофе по-турецки прямо на песке варим. Ну там плита снизу, такой песочек. Классно. Якшамлар, это добрый вечер. Или в Турции можно сказать еще доброго вечера. Также вот когда из магазина выходишь. Давайте немного вечерней атмосферы. Бассейн у нас, а вот бар на возвышенности, который называется Нептунс бар. Сейчас название заметились. Ну, можно что-то поразукрашивать там. Детям лицо, фотографии. Купить, которого утром сделали, днем где-нибудь вечером на заказе. Так, конечно, все очень красиво украшено фонариками разноцветными. Вообще атмосфера классная. Еще не жарко вечером, так свежо становится, ходишь, гуляешь. Как свежо, в футболке, без кофты. Прям приятный такой бриз вечерний. Так, смотрите, вот по цене обещал вас сориентировать. Смотрите, Royal Diva, допустим, 26.09, да, там ближайшие даты, 7 ночей, двое взрослых плюс один ребенок. 277 тысяч получается. Это с перелетами, со всеми сборами. Вот, то есть относительно недорого. Если без ребенка подешевле, естественно, будет. Причем по цене идет даже дешевле, чем многие отели в его сегменте. Хотя по качеству реально он дороже. Но я думаю, что в следующем году или через год он будет дороже, когда они все подтянут. Потому что заявка здесь такой, знаете, прям почти на премиум сегмент идет. Вот, то есть в цене он вырастет в будущем. Поэтому, если есть возможность, летите сейчас. Так, а вот смотрите, на двоих человек считал 226 тысяч, получается, Royal Deal от Кирова. То есть, ну, в бюджете там до 200 тысяч, грубо говоря, отели намного хуже уровнем сейчас идут. Вот все, посмотрел, тут буквально там немного добавляете, и в этот отель можно ехать. Так, вечерочком, тут дискотека, который бар наверху. Диджей выступает и танцует. Доброе утречко у нас. Завтрак сегодня с вами. Так, на завтрак у нас, как обычно, много сыров, много разных колбас. Смотрите, сколько сыров, аж
три ряда целых. С другой стороны еще всякие холодные закуски. Вот. Ряд с колбасами у нас. Традиционное блюдо. Рыбка такая вот с оливками. Много-много всего. Еще видите, вот так салаты. Я вам сегодня буду показывать. Здесь джемы в разную упаковочку. Три вида супа. Здесь что, Никит? Сегодня пончики. Пончики, ничего себе. А здесь это, можно хлеб зажарить себе. В общем, здесь тоже выпал хлеб. Здесь еще хлебобулочного изделия. Много выбора. И круассаны мои любимые. О, Коля, где такой большой взяла круассан? Здорово. Конечно же, добрые улыбки от работников местных. Сами улыбаются, сами машут. Розы, пончики я очень люблю. Где ты взяла большой круассан? Вот там, мне тетя круассан. А, вон еще большие круассаны. Так, смотрите, холодильничек с йогуртами, с кефиром, с баночками, с фруктовыми для деток. Там здесь еще много овощей. Много-много-много-много овощей. Здесь оливки из оленей корени, варенье, здесь сухофрукты, такие вымоченные. Эти йогурты натуральные, кстати, очень полезны. Сейчас, наверное, себе возьму ведет какой-нибудь йогурт. С клубникой, с чем хочешь. Здесь на что мед, каймак. Вот очень вкусный мед, каймак. И семит взять турецкий. Семит, это вот это не семит, это такой пославали как-то. Все время забываю по-русски, как называется. Это джем розовый. Смотрите, так, здесь, в общем, куча всего. Яйца я открывать не смогу, у меня тарелка еще в сумке. Здесь суджук, сосиски. Ну, в общем, разные горячие блюда. Это мало кто есть на завтрак, но есть любитель пончики, пиши, по-турецки называется. Здесь разные виды омлета, там, хочешь с помидором, хочешь просто там, типа скрэмбл, здесь с мяском омлетик какой-то. Еще яйца со всякими штуками, очень много-много чего. Здесь хлопушки-воробушки наши любимые. Еще сухофрукты, курага, видите, сушеные яблоки есть, печеньки, изюм для деток, даже сушеные апельсины, еще сушеные инжир, или как вот оно это называют, забыл. Так, и здесь тоже еще, видите, нужно мед прямо из соток вылезать, очень натурально, опять же, каймак, здесь еще много разных джемов, сиропов. Так, здесь фруктовые вечеринки, ну, фрукты вы все видели, все то же самое, что и вечером, ананас, видите, что трица есть. И я думаю, что яйца жарят там, наверное, на улице, в зоне гриль. Так, вот ресторанчик с фонтанами, бар. И вот здесь, видите, да, как я и думал, жарит яичничку. Еще тосты жарят с суджуком. Вот свежжаренные халуми. Вот как вы называете эти, как панкейки. Вот яйца, три штучки. Ну, они жарят, видимо, добавляют. Еще хлеб жареный в молоке с яйцами, как в детстве, помните. Луковые кольца, треугольники. Так, вот здесь еще омлетик с колбаской и колбаской. Омлет возьму еще. А вот здесь можно себе поджарить омлет по заказу. То есть кладете ингредиенты какие-то и на сковородочке вам жарит омлет. Еще картошечка, какой-то соус. Сосисоны, суджук. Так, еще вот трубочки и картошку. Вот такой вот ряд по кругу обходите, набираете. Приятного всем аппетита. Доброго утра. Смотрите, там еще стоит аппарат, можно самому вот сделать такой кофе. Они сами делают, да? Вот такая, смотрите, кофемашина Nespresso с такими капсулами. Здравствуйте. И делаешь кофе. Очень вкусный кофе. Спасибо. Прям вообще обалденно вкусно. А чаек тоже можно сделать. Доброе утро. У бассейна нас встречает легкой музыкой. Доброе утречко. Мы сегодня решили снять кабану на первой линии, которая с москитной сеткой. 120 евро цена. Вот этой кабаны 100 евро цена. Вон той кабаны 40, вон той вчерашней, которая не как кабана, а просто диванчик. Здесь у нас что входит? Москитная сетка мальдивская, на которой можно полежать, попрыгать с нее. Потом два шезлонга и вот так вот павильон. Что у нас павильон? Ну, если уже лежим, так шампанское приносит, фрукты. Сначала сказали, что платно, а официант говорит, вроде бесплатно. Обычно всегда приносит. Еще за 120 евро мини-бар. Здесь можно попросить любое наполнение. Вот я нефильтрованное попросил. Светленькое, кола и напитки. Ну, самое классное, это, конечно, вид. Вот так вот. Садишься, ложишься. И вот так вот релаксуешь. Вид потрясающий. Я хочу порваться. Порваться? Да. Сейчас хоть папа. Коль, за мной свет. Ну, папки, я хочу. Коль, только ты так не прыгай спиной. Давай вот так, сидя. Нет, давай так, прыгай, отталкивайся руками.
я тоже решил опробовать москитную сетку. Конечно, я называю мальдивской сеткой, но иногда хочется мальдивскую сетку называть. Очень классно, вообще лежишь такой прям, этот балдеж. Как я нечаянно падаю. Да, Поля садилась сейчас, хотела прыгнуть, и вот так вот падала. Это я не специально. Не, конечно, классно, прям реально как на Мальдивах, поэтому называется мальдивская сетка. Давай, Полин, страшный ребенок. Наверное, 1-2 высотой, если я повисну, как раз будет. Не надо. Давай, ты уж прыгаешь. Ну все. В общем, если вы отдыхаете, и даже на 7 дней приезжаете, сам да еще расскажу, мы когда на гастролейшн ходили, то у вас один бесплатный а-ля-карт будет, турецкий, а остальные платно. По-моему, 50 долларов или евро нам сказали. Если у вас несколько человек, много, можно на 50% скидки договориться. В общем, поторговаться за 25, там, за 20, что-то такого. Вот, и в любом случае берите всегда один раз за отдых кабану себе. Либо здесь, либо там на пляже, там на пляже подешевле, 70 долларов, можно и на пляже, тоже хорошо. Ребят, потому что когда вы отдыхаете на пляже, ой, на этот, на кабане, это совершенно другой отдых, то есть прям вообще вы перенесетесь в другое пространство, я вам точно говорю, если вы каждый день вот на обычных лежаках, на общем пляже, возьмите, не пожалеете денег, то есть сразу в поездку закладывайте себе один день кабаны, потом спасибо скажете, напишите потом, это реально класс, то есть у вас уединение, свой какой-то мирок. Да, плюс, если сервис есть, обслуживание, сейчас нам принесут там пиццу, что хочешь, безлиме, там, картошку фри. Давай уже прыгай, тут уже ребята уже заждались, я же их отвлекаю, вот разговорю, что-то говорю. Ну, сейчас этот разговор уже закончится, Париж. Сейчас, давай. Сейчас. Да уже сейчас этот, кончится пленка, пой. Держите кулаки, пальчики, крестики. Давай. Не знаю, как. Давай, раз, два, три, вики, учи. Очень классно, всегда весело, взрослым и детям. Особенно если вот такая вот мальдивская, самая крайняя. Сейчас мы заказывали еще гюзлемешек разных с сыром, быстренько съели. Еще с другим сыром, с мясом и с картошечкой. Очень вкусно. Смотрите, как они, то есть прям бумага со своим логотипом. Ну, что будет, если кинуть хлебушек в море, вот столько рыбы приплывет. Мы гюзлеме подкармливаем. Обалдеть, сколько рыбы, да? Все, ловля рыбы. Столько рыбы, да, обалдеть. Немножко, да? Говорят, так делать нельзя, потому что мелкая рыба привлечет с собой крупную рыбу, крупная рыба еще крупнее рыбы. Так, смотрите, рядом с детским клубом, вот я вам показывал, помните ресторан? Латте или латте, туркский ресторан. То есть вечером здесь турецкий а-ля карт, а днем с 12 до 4 можно прийти и потрапезничать без записи, как по меню. Вот так вот. А вечером ресторанчик а-ля карт можно, турецкий. Зайти. Так, смотрите, здесь есть сауна, массаж. В общем, спа-зона есть. Я боюсь, мы туда не дойдем, потому что все-таки лето. Летний период, и у нас еще буквально 3 денечка, 2 ночи, поэтому до спа не дойдем. Но он здесь есть, я думаю, тоже все хорошо. Банька, сауна, хамам, массаж, процедура, как пожелаете. Еще вот нужно пришопиться немножечко. Кстати, да, вот мы когда ехали, здесь можно выйти, направо пройти, но придется пройти немножечко. И потом там будет Мигрос, вон сюда идите. И там Мигрос, а потом, если еще дальше пройдете, где-то 1-1.5 километра, там будет шоппинг-стрит. Можно там прогуляться. Прям, наверное, из карты. Сбивайте, кстати, Мигрос, и возле него вот это все там улочка. Можете и Мигрос подарочки какие-нибудь купить. Там эти Рахат Лукумы, Turkish Delight, так называемый. Так, ну, смотрите, есть некоторые номера без балконов. И вот балкон вот так вот здесь вот. Ну, проходит. Ну, как бы так, не балкон, скажем, выйти. Покурить для тех, кто курит. То есть, поэтому с номерами надо очень
внимательно быть, может вот такой вот быть номер, допустим, гириш, так называемый в Турции. И вот такой балкончик. Вот такой еще нормально. То есть, видите, разные варианты есть. Ну, в крайнем случае, да, лишь можно дать поменять, попроси. Как бы в вашей категории, если он будет. Так, сегодня, смотрите, у нас рыбный вечер. Сегодня креветки дают, раки дают, большую рыбу. Пирог текстур для подшубы. Суши еще, смотрите. Обалденно. Блин, я прямо о креветках. Я о раках мечтал. Но у нас сегодня а-ля-кар. Сейчас какой-то видят суши сегодня. Креветочки, раки, рыбы еще, маленькие креветки. В общем, рыбный вечер, это всегда классно. Кальмары, естественно. Все, дальше не пойду, нужно снимать, у нас азиатский ресторан. Но если я проголодаюсь, я зайду за креветками, знаете, я обожаю очень сильно. И что, прикольно, что каждый вечер пишется какая тематика. Видите, сегодня сиафуд. Поэтому я ждал эти креветки. Я вам покажу ресторан с улицы еще раз вечерком. Видите, фонтанита. Или там трапезная. Так, а у нас азиатский ресторан, туда вот в сторону амфитеатра мы пойдем. Так выглядит азиатский ресторан. Здесь так темно. Смотрите, вот такое здесь меню. Попробуйте навести телефоном. Не знаю, откроется у вас, нет, здесь просто темно. Я тут телефоном пытаюсь подсветить вам, чтобы хорошо было. Мам, а я правша или наводите. И смотрите, с другой стороны, оказывается, еще есть снэк-меню. Поль правша. Это значит, что днем можно тоже сюда прийти, без записи, без всего поесть. Попробуем сюда прийти тоже, если что, наводите и сканируйте. Много чего есть, лягушачьи лапки есть на вкус, как курица, если кто не пробовал. Креветки, чего только нет. Стартовый набор, который приносит. Старташ. Суши, вкусняшки, палки. Так, вот сидим, трапезничаем. К нам наши друзья пришли из Приднестровья. Привет. Подписчики наши вот вчера увиделись, пообщались, как я вам рассказывал. Сейчас уже уезжают, а мы остаемся. Да. Так что приезжайте еще. Обязательно приедем. Как вам отель, понравился? Супер. Все отель здорово. Супер. Процветание ему, да. В следующем году я знаю, что они чуть реновируют там что-то, поэтому будет вообще супер. Класс, мне тоже понравился, да. За два денечка. Вот, ну ничего, да. Приезжайте еще. Обязательно. В гости. Все, мы говорим вам до свидания. До свидания. Всего доброго. Хорошего отдыха. Всем хорошего отдыха. Все, мы с вами прощаемся, а мы еще поболтаем. Так, вот супчик том-ям подъехал. Лапша удон, пельмешки жирные, какой-то салат из этих морских я себе заказал. Так, вот главное блюдо подъехало, креветки, это баклажан лежанно, и вот это лягушачьи лапки. Ваненьких ешь. Как курица на вкус. Что-нибудь вкусно? Типа лягушачьи лапки наяривают. А что похоже? Курица. Правда? Давай, кушать. Это очень полезно считается. Французские, наверное, лягушки наелись. Так, еще утку я себе заказал. Обожаю утку, обычно всегда очень вкусно делаю. Так, на десерт у меня мороженое запеченное. Это ананас жареный. То есть это жареное, а получается внутри мороженое. Так, смотрите, вечером здесь открылся большой экстент. И здесь проходит шоу. Вот он, много подсобные столы стоят. Так, я, по-моему, вам по бару не рассказал. Смотрите, вот сейчас даже апероль нашел. Два дня не было апероля, сейчас появился. Они говорили, что будет. Ну так, виски есть, джиби. Джим Бим, водка Смирнов есть, что еще есть? А, Гавана Клаб есть в лобби-баре, 2069. В общем, виски, ром есть, текила, даже Сиерро видел. Вот, в общем, по напиткам нормально все, можно найти что выпить. Шампанское не просека, но так, ничего, сойдет. Вино тоже более-менее. Так что, лучше вообще не пить. А вот Red Label вон стоит. Тут разные вообще напитки, разные бары, импортного алкоголя, как он много разного. А, еще этот Чивас видел. Чивас Фарма, да? Швасьёк. А, ну здесь йог, да, так было. Спасибо, Тешкина. Так, а после шоу, знаете, везде кто-нибудь есть на возвышенности. Все, забываю, как бар называется. Один раз после сценария. Так, смотрите, я еще здесь обнаружил сок. И по вкусу прям реально как фреш. Прям очень вкусно. Кстати, да, что говорит, красная рыба есть, но мы прям приходим за 5 минут закрыть и что-то не успеваем его найти. Кстати, завтрак до 11 часов. Так, сегодня у нас опять кабана. Смотрите, единственное, вот что вот по минусам, Wi-Fi вот иногда то работает, то не работает, особенно в номере. А здесь вот на пляже работает, в кабане работает. Вот, а так, блин, я что-то минусов даже не нашел. Иногда вот персонала не хватает, но у них скоро закрытие, через месяц. Вот, сказать, что уже часть сотрудников начинает убирать, чтобы уже подготовиться к закрытию. Вот, ну, а так все равно хватает, то есть как бы приносит, уносит, обслуживает. Так я вообще больше минусов не нашел, так вообще мне все понравилось, вообще очень классно. Территория, питание, напитки, то есть, ну, все есть. И ремонт, вообще все классно.
Что, не мне вам рассказывать, вы же все видели, поэтому можете свою оценку отелю тоже, кстати, дать в комментариях, написать после увиденного вашу оценочку. Давайте я вам хоть работающий детский этот мини-аквапарк скажу, вот тот аквапарк, взрослые горки. Мы, правда, так не дошли до горок, поэтому все провалялись, релаксировали в кабане. А так, видите, все кипит, бурлит, как всегда. Так, смотрите, если подняться над лобби, на второй этаж здесь вас ждет Starbucks. Очень многие любят этот кофе. Много-много кофе, много десертов всяких, закусок, эклеров. Такой вот кофеёк вам приготовят, холодный, горячий, фраппе, все что угодно, что захотите. Вот, с другой стороны, еще всякие вкусняшки. Так, с карамелью, с кокосом, здравствуйте, с чем захотите. Ничего, номер мы сдали, вещи, машину положили, кофеёк взяли. Это, ну, даже когда вы выселяетесь из отеля, по идее, до вечера вы можете пользоваться там всеми услугами, то есть у вас поздний вылет. Вот, можете трапезничать, на пляж ходить, полотенце, карточки, просто чтобы оставили и попозже их сдаете. Ну вот мы сейчас радуемся отелю, наслаждаемся, пойдем еще в кабану, посидим. Вечером, смотрите, уже все москитные сетки свободны. Ну, на футбол стой перешли сюда, греться сейчас будет, закатиться. Закатить сейчас будет, детки. Наш отдых закатывается на этом. Поужинаем после заката и домой. Все, давайте, наверное, на этой радостной нотке с вами попрощаемся. Спасибо всем, кто посмотрел это видео, особенно до конца. Вам огромное спасибо. Отдельный лайк от меня. Как всегда, не замечайте на отдых никаких мелочей. Заряжайтесь солнцем, морем, позитивными вкусняшками, музыкой, если есть возможность. Заряжайтесь, отдыхайте, чтобы потом был заряд на рабочий лад, на рабочие будни. Огромное вам всем удачи, как всегда. И пока, увидимся в следующем видео из отеля или по Рождеству где-нибудь там. Подписывайтесь обязательно, если еще не подписался. Посмотрите все видео. Все, всем пока. Я что-то вкусненько на ужин выпью, я перед этим встану. Like we always do. Так, смотрите, на ужин пришли сегодня, на следующий день красная рыбонька есть, крабовые палочки. Потом, смотрите, салат с креветками наружу, очень люблю салат с тунца. Рыбку, естественно, свою любимую взял, семгу. Еще вот салат с креветками, знаете. Обращайте внимание, очень часто в холодных закусках есть креветочки. Так, ну как на обед, я показываю огромное количество сладостей, фруктов, драгоний, фрукт, арбуз, суметь. Ну все, подробнее будем вам снимать, чем, как всегда, много лотков с едой. На любой вкус еды можно найти. Смотрите, здесь еще есть такая тележка. Мужчина предлагает вам напитки, айран, легкие напитки, soft drinks, cola, Fanta, Sprite, холодненько. Все, спасибо, Тешкаля. Так, Шамля. Неудобно, чтобы не бегать, да, они раз, оп, развозят. В гриль-зоне кебаб, все есть, шашлычки, курица, целая рыба, пожалуйста, дорадо и сибас, и отварная курица даже есть, вот дорадо. Только сейчас заметил, еще есть детский кабинет, отдельные столики. Смотрите, парное мясо, цветная капуста, рыбка, овощи, здесь тоже салаты, десерты, йогурты и супчик один. В общем, мы здесь прям до вечера досидели, вот здесь не видно, нет, лунная дорожка уже такая появляется, луна. Зоопирс включил подсветочку, смотрите, как все красиво, да, заодно вам покажу. В общем, посидели и идем. Классно, да, светится.